Колоссальной проблемой в сфере обращения с отходами пластиков является то, что 9 из 10 тонн этих отходов не перерабатывается, а просто хоронится на полигонах ТБО, в то время как из этого сырья можно и нужно извлекать немалую прибыль. Огромный потенциал рентабельности имеет внедряемая производственной компанией «Полимерстрой-18» технология рециклинга отходов пластмасс в композитные материалы и выпуска различной продукции на их основе. Мы изготавливаем комплексные линии для производства изделий из полимер песчаного состава. Каждая линия комплектуется индивидуально, под конкретные задачи. А потому вариантов конфигурации оборудования множество. Здесь мы расскажем о базовом комплекте агрегатов. Данная линия управляется одним оператором, а технологическая цепочка включает ряд ручных операций. Сначала полимерное сырье измельчается. Наши роторные дробильные агрегаты универсальны. С их помощью измельчаются пластики различных физико-химических и объемно-массовых характеристик. Мягкие и жесткие в виде пленки, полотен, нитей, емкостей, корпусов и других фасонных деталей. Они высокопроизводительны, крайне надежны и удобны в эксплуатации. Далее компоненты композита, а именно полимерное связующее, минеральный наполнитель, песок и краситель смешиваются в заданной пропорции. Эта операция выполняется в быстродейственных смесителях, которые позволяют перемешивать объем массы в 1 кубический метр или 300 килограммов всего за 2 минуты. Ключевое звено технологической цепочки – это получение формовочного состава, для чего служат плавильно-нагревательные агрегаты. Здесь сухая композитная смесь подвергается термообработке и экструзии, превращаясь в однородную пластичную массу. В разных вариантах исполнения эти установки обеспечивают среднюю производительность от 200 кг до 800 кг в час. Кроме того, они позволяют работать с разнородными пластиками и наполнителями, смешивать их и получать прочный материал. Нет необходимости в глубокой сортировке и очистке полимерного сырья. Требуется лишь подобрать пластики с близкой температурой плавления. Температурные режимы задаются оператором, а рабочие значения контролируются автоматически. За стабильную работу установки в оптимальном режиме отвечает частотно регулируемый привод. Готовая формовочная масса отмеряется оператором по порциям, согласно весу изделия, и закладывается в пресс-форму. В нашей номенклатуре более 100 серийно изготавливаемых пресс-форм. Многие пресс-формы проектируются по индивидуальным требованиям. Все они выпускаются из конструкционных легированных сталей, подвергаются термообработке и снабжаются сложной системой охлаждения, что обеспечивает высокую производительность и средний срок службы в 5 миллионов циклов. Формовка изделий происходит методом прямого прессования в промышленных гидравлических прессах-полуавтоматах с диапазоном номинальных усилий от 630 до 4000 кН. Рамная массивная станина и промышленные гидроагрегаты гарантируют стабильность работы пресса, точную и быструю формовку продукции. Широкий типоразмерный ряд прессов и пресс-форм дает возможность производить изделия любых габаритов и назначений. Элементы благоустройства территорий, инфраструктуры, строительные изделия, продукцию для сельского хозяйства, специальные промышленные детали. Мы знаем, как построить эффективный бизнес по утилизации вторичных полимеров и поможем вам в этом.